Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Людмила Бублеева. Я эксперт по здоровью, специалист в области ароматерапии, фармацевт. А еще я мама и бабушка двоих очаровательных внучек. Для меня всегда на первом месте было здоровье моей семьи. Сейчас это как никогда актуально. Мы с вами живем в непростое время, и в каждой семье присутствует напряжение, нервозность. Нам, взрослым, порой тяжело справляться со своими эмоциями. А каково детям? Их нервная система очень ранимая, и они очень чувствуют настроение мамы и папы. Я хочу поделиться с вами, как я помогаю своим близким сохранить свое здоровье и снять нервное напряжение. На помощь приходит ароматерапия. Есть два чудесных эфирных масла, которые я регулярно использую в своей семье. Это лаванда, королева ароматерапии. Она настолько легкая, мягкая, безопасная, что рекомендуется с рождения. Прекрасно снимает тревогу, напряжение, успокаивает, нормализует сон. Посмотрите в окно. Сейчас практически нет солнечных дней, а масло апельсина солнечное, которое впитало в себе солнечную энергию и силу. Оно как волшебник улучшает настроение, дает энергию и одновременно успокаивает и улучшает сон. Эти два масла